Добрый день, ваше внимание предоставляется поляризационный фильтр для того, чтобы убирать излишние блики с стеклянных поверхностей, водных гладей и так далее. Это всем известная фирма Flama, то есть накручивается на резьбу 58 мм, то есть это нужно смотреть ваш объектив, либо паспорт к объективу. То есть обычно на объективах написано, то есть какие диаметры фильтра, то есть можно накрутить на ваш объектив, ну, либо посмотреть соответственно в паспорте. То есть поставляется вот такой коробки стандартной. То есть становится более контрастным, более насыщенным. Так, сейчас мы ее скроем. Фильтр. Здесь, к сожалению, силикогель не вложили. То есть, ну, вот. Есть написано, то есть фирма производителя, тип фильтра поляризационный, ну и какой диаметр необходим для того, чтобы накрутить соответственно этот фильтр на объектив. То есть, ну и путем вращения тем самым мы повышаем контрастность, насыщенность и убираем излишние блики. Причем нужно внимательно смотреть, если передняя линза вращается в объективе, то данный фильтр очень сложно будет использовать на таких вот объективах. Ну, вот, например, на Nikkor 1855 первого поколения. То есть там передняя линза вращается. Ну, и там, соответственно, диаметр не 58, а 52. Так что вот, что из себя представляет поляризационный фильтр. То есть необходим данный фильтр иметь в комплекте для улучшения, соответственно, художественных ваших фотографий. Так. Всем спасибо за внимание. Удачных покупок.